Да нет, наоборот, как бы у нас еще три важные игры дома, и вот эти дисквалификации, они выбивают. И там, грубо говоря, там предыдущая игра с Ригой, мы ездили, играли в 3 пятерки, в 15 человек, и очень тяжело играть. И мы эти домашние игры важные, 3 игры осталось у нас домашних, очень важны для нас. Поэтому никаких заданий там драться и размениваться, и получать маш штрафы, конечно, не было. Алексей Анатольевич, если не секрет, что в конце драки вы сказали Сагдану? Сагдану? Не драться?